И вот еще красноречивое видео из России. Пилоты российской армии в перерывах между бомбардировками мирного населения Украины отрабатывают образцово-показательный полет к параду на День Победы. В этом году зрелище будет вот таким. Пилотажная группа «Соколы России» собирается пролететь на параде в форме буквы «Z» — новой свастики, которую используют не только российские оккупанты, но и граждане России, как когда-то немецкие нацисты использовали традиционную свастику. Впрочем, все видно на хронике. Как говорится, без комментариев.